маленький ребенок постепенно познает мир, и начинает он это познание с изучения самого себя, собственных ощущений и своего тела. Адекватная реакция родителя в данном случае – не пугаться самому и не пугать ребенка, говорят психологи. У детей до 5 лет здоровый интерес в любом случае. Ну, если в принципе представить человека, если у нас что-то появляется не так, что-то начинает побаливать, первое, что мы делаем, это мы пытаемся дотронуться. А ребенок просто проверяет функции своего тела, ему интересно, и составляется общая картина. То есть у нас есть физическое «я» и есть наша личность. Соответственно, если ребенку интересно, это хорошо. То, что является не нормой, это если ребенок начинает пробовать на себе различные объекты. Ну, например, потушить о себя что-нибудь, задеть что-нибудь горячее. То есть, когда он проявляет интерес, связанный с его безопасностью. Если это не противоречит каким-то именно нормам безопасности, то вполне естественно, что ребенку интересно свое тело.